Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, ежедневные испытания. Здесь разыгрывается у нас служитель тьмы. Слушай, служитель тьмы, по-моему, он у меня прокачан полностью, ребят. Сейчас проверим. Да, он по максималке, поэтому нет смысла мне туда идти и воевать. Я вон зайду лучше в магазин и гляну, что у нас тут есть. Бесплатный — это радиозомби. И все. Кстати, я, ребят, сегодня зашел в игру, мне дали ссылку на скачивание этой же игры, называется Tower Conquest, метабаза, по-моему. Я почитал, это, короче, новая, от них же новая вот эта вот игра, но только, ребята, там, по-моему, на PvP сделан акцент. Я ее поставил на закачку, сегодня поиграем в эту и посмотрю, что там вообще за игра такая. То же самое, или там действительно PvP, чисто бои, надо будет глянуть. Просто-напросто, пока она загружается у меня. Так, ну что, идем. Так, я тренировку забрал? Нет, не забрал. А я даже... Так, надо выставлять. Оп. Все, моя команда побежала тренироваться. Ну, а мы, соответственно, идем проходить до следующего портала. Тут, кстати, рукой подать. Ну... Две карты, две с половиной карты нужно будет пройти еще. Мы остановились с тобой на нежити. На нежити. Ну, давай я возьму вот эту вот команду. Блин, ползун тут ни к селу, ни к городу, вот если честно. Он вообще здесь не нужен. Единственное, что ползун, он может, по-моему, очень даже неплохо некро бомбить. Блин, жалко самурая, конечно, отдавать под раздачу. Ну, что ж поделаешь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, ты посмотри, не то, не то, ребята. Блин, самурай, ты не успеешь. Он сейчас рванет. Давай-давай, ниндзя. Ну тебе-то ли... Вот, я уж хотел сказать, тебе-то ли не справиться с некро. Сейчас все будет. Сейчас мы их тут запинаем. Да, мы уже возле замка, как ты видишь. Радиозомби даже подойти не успел. Все, 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 все. Нашинковываем. Ну, что может быть лучше? Да ничего, ребят. Лучше победы нет, ничего. Так что мы продвигаемся дальше и смотрим. А на следующих противников и здесь... Ну, в принципе, добавляется только чумная мышь. С чумной мышью мы будем справляться за счет нашей ниндзи. Но вот привидение, да, не спорю, ребята, будет очень бесявым. Ауч. Да, 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 именно вот. Фаербол надо, ребята, выжидать. Иди отсюда. Достал уже просто в корень. А там уже и некро, ребят, подсуетилось. Молодец, ниндзя, ты красавчик. Ты просто красотулька. Забомбила всех их там. Как ты меня бесишь, а? Чумная летучая мышь. Ой, это привидение. На тебе. Ты смотри-ка. Мы заморозили, ребят. Мы заморозили с вами этого Каспера Голодранца. Так, ну что, тут очередная чумнуха вылезла. Но я думаю, что она уже ничего не успеет здесь сделать. Да, конечно. Всех забомбашила мне. Чумная эта мышь. Вот этот у нас непобедимый. Шпарит и на все ему по барабану. Да-да-да-да-да. Вот когда он стоит, он прикрывается под чумнухой. Единственное, да, что привидение. Привидение нам наносит урон. Слушай, тут уже шутки в сторону. Пора, наверное, уничтожать, в конце концов, замок-то.
У нас 23 секунды, друзья мои, на все про все. Походу, что мы не успеем. Девять секунд, да, походу не успеем, ребят. Вообще никак не получается. Все, фейл по времени. Трындец, нам не хватило, ну там буквально 4 секунды. Жестко. Сам виноват. Надо было вообще не эту команду брать, если честно. Да иди ты, куда ты меня перекидываешь. Не эту команду, надо было вот эту команду брать. Почему, ребят, объясняю. Тут проблема большая была из-за чумнухи. Потому что чумнуху могла контролировать только лишь ниндзя. А вот это вот привидение уничтожало мою ниндзю буквально там с полтычка. Если бы здесь бы стоял бы у нас, например, паладин, то, поверь мне, по барабану на эту, на этого привидения было бы. И он летучую мышь бы уничтожал бы с полтычка. Так что вот тебе, ребята, и обычный расклад. Ну, сам видишь, все намного эффективнее. Эту чумнуху сейчас мы с тобой тоже быстренько уничтожим. Вообще на изи. Вот и все. И тут дальше уже, ребят, просто подходим и разбираем ему замок. Что может быть проще, идеальнее? Да ничего. Вот и все. Вот и победа. Так что зря я, конечно, тем отрядом сюда полез. Забыл совсем, что вот так вот происходит. Ну, здесь я даже не буду, ребята, париться. Здесь я сразу выбираю наш супер-пупер гигантский мощный отряд, который разносит практически всех в щепки. Кто-то говорит, что от летающих толку мало. Нет, я бы не сказал, ребят, что от летающих толку мало. Например, чумнуха очень хорошо себя проявляет. Особенно, когда выпускает кислотный дождь. Ну, не кислотный дождь, а кислотную лужу. Там вообще топово бомбит. Да, тут вот, конечно. Ну вот смотри, видишь, чумнуха бомбашит начинает. Сейчас еще наш прыгун на ярости. Так что все четко. Зря вы говорите, что летающий мало приносит нам, как говорится, пользы. Очень много пользы. Ну что, сундук нежити. Смотрим. Все, по-моему, прокачано у нас. И это последнее? Нет, ребят, это далеко не последнее. Территория роботов. Значит, толкатель плюс бомбер. Толкатель и бомбер. Так, мы брали обычно... Какой отряд-то брали? Вот этот вот. Или вот этот. Ой, вот этот вот. Давай попробуем вот этим нашим стандартным отрядом. Ну что, вначале вызываем, наверное, паладина нашего против толкателя. Вот он вышел. Явился, блин, не запылился. Да он даже его откинуть не может, прикинь. Вот так вот. Просто он там что-то пыхтел-пыхтел, ничего у него не получилось. Сейчас, если он появится, мы его притянем. Само собой, здесь разнесем. И все. Очень даже неплохо, ребята, получилось здесь. Все, добили. Ну, опять же, первый раунд. Поэтому здесь ничего сложного нету. Переходим на второй. Так, а здесь нас встречает репульсор. Тоже толкатель. Типа робот-боксер, который отталкивает наших бойцов. И, кстати, у него отталкивание, по-моему, даже больше, чем у толкателя. Шанс оттолкнуть. И помимо этого, что он отталкивает, ребята, он еще и оглушает. Угу, явился. Видишь, он там начинает
Бинг-бинг, дергаться. Бинг-бинг. Запинали. Так, если вдруг у кого-то, ребята, возник вопрос, почему меня не было там очень много дней, я могу вам вкратце объяснить, ребята. Получил бан за игру «Черепашки-ниндзя-легенды». YouTube посчитал, что это запрещенный контент, и положил на меня страйк. Что я там не делал, ребята? Какие-то капелляции не писал? Нет, нет, и все. Говорит, мы сделали повторную проверку, да, вы нарушаете правила. Типа, наши правила. На каком основании? Типа, читайте правила. Почитал, ничего нету. Я говорю, так в таком случае, ну, как бы я рассуждаю, в таком случае можно все игры, все 1000 серий банить, потому что там от первой до последней серии все практически одно и то же. Матом не ругаемся, ничего, никакой дискриминации там нету. С какого перепуга, я не знаю, ребята. И вот в тот раз, когда тоже не было много видосиков, именно вот по этой же причине. Именно, короче, по черепашкам у меня уже 3 страйка вот за все время вышло. Ну, не подряд, если бы подряд меня бы уже мой канал бы удалили бы, ну вообще, я тебе говорю, без причины. Так что, я даже не знаю, что делать. Хоть вообще не снимать теперь эту игру, я не знаю, ребят. На каком это, блин, основании все происходит? Ну, куда пошел-то, дурачок, блин? Что-то я тут заговорился, ребят, и... Вспышку продинамил. Давай, Палыч, выходи. Так, еще один толкатель шпарит. Что бы нам с ним сделать-то? Мы можем, в принципе, всадника позвать, да? Блин, эти молотильщики, они всегда, ребята, бесили. Нет, я, в принципе, могу, знаешь, что сделать сейчас в данный момент? Позвать друидку. Логично будет. И интересно, за минуту мы сможем пройти? Хватит ли нам этого времени? Ты смотри, что он сделал. Ребята, он нанес повреждение. Что-то я не пойму. Вообще нас не выпускает просто отсюда. 36 секунд просто не выпускает. Прикинь. Всадник там, конечно, один наяривает. Пытается что-то сделать. Но у него не так много урона, ребят. Давайте, все-все-все напряглись. Есть. 17 секунд до конца раунда, ребята. И успели мы все-таки здесь пробить. Так, ну что, поехали дальше. У нас предпоследний здесь этап. Та же самая абсолютно команда. Накопить бы сразу на друидку и вызвать в бой, и все. Но ведь нет же. Выкидывает мне, как всегда, блин, сюрпризы. Видишь, он станет, начинает. Паладин просто мой из стана не выходит. Вот, вот это вот им не понравилось. Видишь, притяжение мое. Я сейчас попробую, ребята, призвать все-таки друидку. Я уже не буду тут время зря терять. Погнали. Знаешь, кого здесь нет? Здесь нет молотильщика, поэтому нам будет попроще тут. Наверное. Так-то я все забираю, мы еще их напугали. Этот аж побежал сломя голову. И опять же всадник нужен рублетом в одно лицо начинает бомбить. А почему? А потому что бомбер, он просто летящий, он не наносит урон.
не делает акцент, там, например, как чумная мышь, да, на противнике. Он, его основная миссия — лететь и бомбить. Они зацикливаются на наших персонажах. Вот и все. Так что до свидания. Ну что, двигаемся дальше и смотрим. Последний этап. Так, термин 9000. Идите-ка вы в опу. Я буду вот это вот делать. С термином я еще не дрался. Не, ну помнишь, мы тогда взяли с тобой команду какую-то, я уже забыл. И без нашей супер-турбо-команды справились. По-моему, у нас там была эта богиня солнца, если я не ошибаюсь, конечно. Так, а что богиня солнца издалека? Жаль, да жаль, да? Ну-ка. О, красавчик Ронин. Сразу рубанул его. Так, заморозка. Ну, Ронин, ну ядрен матрен, А пули свистели над головой. Он пробежал, да, ребят? Ну, ты посмотри, О! Я даже не успел, ребят, свой луч выпустить. По-моему, Ронин его сиганул так быстро и хорошо. Он успел добежать, его ему всечь по полной программе. Так, ну что, мы переходим с тобой на следующую территорию, на последнюю в этом портале. Да, это территория подданных. Кто здесь у нас? Бродяжка. Бродяжка собственной персоны. Здесь очень хорошо выигрывает за счет нашего Терракоши, ребят. Почему? Потому что Терракоша очень медленно двигается, мы это знаем прекрасно. А бродяга любит перед первым противником уходить в инвиз и после появляться. Понимаешь, да? В чем суть? Давай, 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 всекаем по полной программе. Поэтому выпускаем Терракошу. И пускай он себе идет там по тихой грусти. На тебе, черный рыцарь. Два самурая, за ними две ниндзя. Это убойная штука. Ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки бродяга успел, да? Дотянуться до моей ниндзи и наказал ее. Но мы в ответку-то наказываем его посуровее. Все, разбомбили. Так, и переходим, значит, получается, на третий этап. А, второй. Второй этап. Что-то я, ребята, да, гоню лошадей, тут не поспоришь. Спешит, батька, куда-то. Ну куда ты, мелкий прыщ, бежишь? Ну вот куда ты бежишь, а? Бежит, он разогнался. Блин, ребят, надо что-то делать. Надо ниндзю, наверное, вызывать. Оу, нет, 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 нет. Успел, успел, ребятушки. Успел я призвать нашего ползуна и... И за счет него бомбанули мы. Ах ты, старый. А мы его уничтожили. Странно. Он же стоял в инвизе. Как мы его могли подбить? Для меня это вопрос. Ну, я про бродягу говорю. Бродяга стоял в инвизе. Ладно. Я не против вообще нисколечко. Есть. Запинали. Так, ну что, ребята, едем дальше. Третий этап. Ну, здесь колдун добавляется. Маленький колдунишка, но зато с большой дистанцией, именно по атаке. Ну, а так он ватный. Так, я успею, интересно, Терракошу поставить? Да, успеем. Ауч! Блин! Вот так вот. Главное вовремя, как говорится, вызвать ползуна, и все нормально будет, да? Так что ползун нам здесь пригодился, я вначале хаял его. Ну, нафиг он нам нужен здесь? Пригодился, ребята, он. Эй, маг.
такой на взмахе отдуплился. Ай-яй-яй-яй, все-таки здесь уничтожил мою маленькую ниндзю. Давай, ниндзя, беги. Кстати, ты заметь, это белая ниндзя. Белые ниндзя, они обычно добрые. Ну, по крайней мере, я так считал, когда ходил еще в школу. Фильмы эти первые про ниндзя. Помнишь, там были черные ниндзя? Они считались как бы наемными убийцами. А белые ниндзя — это те, кто убивал черных ниндзя. Ну, по крайней мере, мы так считали. Я не знаю, прав я, не прав. Как у меня с тех пор было вот это вот такое, как сказать, мнение о них, так по сей день оно и осталось. Так, ну что, ребята, давайте, наверное, возьмем тогда. У нас что, вот этот последний отряд остался, что ли? Серьезно? Угу. Ну да. Ну что, Джиггернаута позовем тогда на помощь. Пускай он едет. Ага. Ага, ну понятно. Понятно, что они тут хотят. Они хотят и будут это мутить. Само собой баллиста здесь нужна. Ага. Так, давай, наверное, еще сделаем вот таким образом. Блин, ну зачем же вы все вместе-то встали? Ну сейчас же... Эх, сейчас баллист уничтожат. Понятное дело, вообще в 3 секунды его запорол. Просто в 3 секунды он его запорол. Давай-давай-давай, бомбите там два джиггернаута, вам это все под силу. Ну, быстро, кстати. Фиг-товарищик справился с этим, с бродягой. Я, правда, не увидел, может быть, баллиста, конечно, еще успела там выстрелить стрелой одной. Но если нет, то очень быстро он отхватил. Так, что я делаю? Какой поиск противника? Эй! Я нажал на арену, ребят, нечаянно. Не надо мне никаких поисков противника, мне нужно... Ой! Блин, это ж последняя битва. Это ж король будет. Блин, мы обычно берем с тобой топовых бойцов наших. Ладно, фиг с ним, попробуем. Ну куда ты идешь, а? Ну вот куда ты бежишь, а? Хлыщ. Бродяжка. Что же ты ищешь, мальчик, бродяжка, да? Ну что, пора, наверное... Блин, да ты заколебал, а? Он теперь этого позвал. Давай жнеца. Лжух! И баллисту. И еще одного джиггернаута. И фехтовальщика до кучи. Да-да, больно-больно бомбит, ребята, этот маг. Причем у него массовая атака. Ну что, выпускаем? А куда... Вы извините, а куда у меня улетела моя, блин, клетка? Позвольте мне поинтересоваться. А? Клеточка, говорю, куда моя улетела? Я ее выпустил, и тюх, куда-то в никуда. Тюх, и все, ребята, ее как будто и не было здесь. Молодцы, такая армия. Армия нежити. Так, ну что, мы прошли с тобой, походу, до следующего портала. Это все у нас прокачано. Да, ребят. Так. Так. Вот это вот все есть. У нас, по-моему, кроме башни в роще, остальное все было прокачано. Ну что же, тут у нас территория нежити встречает. Дальше идет нефритовая долина. Долина подданных. Территория роботов и территория захватчиков. Все разные, ребята, абсолютно разные. Нету никаких одинаковых. Ежедневно фортуна получит и сейчас. Да, конечно, ага. Фортуна за 449 рублей. Фортуна, ё-моё, лотерея. Я так и понял. Блин, тут банши, да, будет у нас. Это старая крикунья, она сейчас... Ну, если мы успеем, конечно, сейчас баллисту. Блин, хрен ты там успеешь. А как мне тут? Он сейчас фиг-то... Он порвет его, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Срочно баллиста нужна. Срочковский просто, ребят. На, карга старая. Заморозка.
Ну и шик, и блеск, вот и все, ребят. А дальше, когда мы уже пошли на прорыв, тут уже ничего им не поможет. Тем более, когда баллиста еще сзади на прикрытии стоит. И еще плюс один фехтовальщик. Все, тут можно ускоряться, ребят. Спокойно причем. Тут 100% победа. Так, погнали далее. У нас второй этап. О, вот здесь вот похуже. Здесь похуже, ребята, я, наверное, знаете, что делаю? Вот этот отряд возьму. Ну, здесь прыгун, да. Вот он меня, ребята, и как бы немножко смущает. Это ж псих. Ты еще не знал, что прыгун псих? Поехали. О, Ронин, красавчик. Добьет, добьет, никуда он не... И эту тоже каргу добьет. Видишь, как все красиво. А что же он не вызывает? Странно. Вот он. Опять же без истерики. На чили выбежал, ребят, на чили и подох. Так что все отлично. Ну что, мы двигаемся дальше. И у нас... У нас две энергии на этом отряде осталось. Посмотрим сейчас. Тут мы делаем заминку. Ну, против когтистого, ребята, у нас баллиста. Неплохо бомбит, так что... Тот отрядик прибережем. А что такое? Почему никого нету? Нет, вот, явился. Ауч! Да блин, ну серьезно, что ли? Он раз, два, три. Елочка, гори, блин. Нам нужна клетка. Вот так вот. Нам нужна, ребята, клетка. Клетка очень хорошо дамажит. Особенно тех, кто в нее попадает. Она для них и подготовлена, так скажем. Ох, здесь у нас может грифон, конечно, отхватить от того самого когтистого. Ну вот баллиста делает сзади чудеса. Она не дает этим ребятам просто раздухариться. Ну и мы всех наказываем одного за другим. Так, давай заморозку и разносим уже в конце концов ему замок. Я даже вот так сделаю. Оп, клетку туда брошу. Прекрасно. Так, предпоследний уровень. Здесь прибавляется служитель тьмы. Ну, еще не забывайте, что здесь прыгун. Что будем делать? Ну, прыгун, наверное, да, да, да. Тут пойдет прыгун. Поэтому подготавливаем джиггернаута. Истерика пошла. Мы этих быстро утихомириваем, да? Кто у нас истерит? Я думаю, что сейчас было бы неплохо, ребят, позвать служителя тьмы. Ой, служителя тьмы, что я несу? Баллисту, наверное. Слушай, может, хорош там выпендриваться? Орут там, горлопанят что-то. Эх, не получилось у моего... У моего баллисточки бомбануть их. Ладно, сейчас тут... Смотри, а, гаденыш. И этот еще вылез тут. Ты полюбуйся, а. Сейчас тебя накажем. Все, сейчас тут, если мы армию сейчас сделаем, именно армию нежити. А вон там у нас, я смотрю, есть зомби. До свидос. Так, и получается последний... Этап. Последний же? Да, последний. Так, у нас должна где-то накопиться энергия. Да в плане нигде нету. Только на супер-пупер отряде. Ладно, давай, супер-пупер отряд. Последний этап, да? Никого нету, тишина. Пойдет у меня... А, ну, в принципе, пойдет Ронин. Ну, ё-моё, ну, Ронин, на тебя никогда нельзя положиться. Блин, вот когда ты нужен, чтобы ты бомбашил, ты никогда не выйдешь в истерике. Никогда, блин, ну тут одну-то ее сейчас запинают.
Луч, готовимся. Поехали. Куда пролетели? В голема хоть бы одна бы попала, а бы нет. Когтистый в минус. Служитель тоже. Он развалился. Ну вот и все, ребята. В принципе, по красоте. Нашинковали. А, это еще и последний этап у нас был. Это все есть. Ну что, у нас нефритовая долина. Одна энергия, по-моему, осталась только лишь. Ну да, серьезно. Только лишь одна энергия. Как-то очень быстро заканчивается. Только начинаешь, ребята, как говорится, входить во вкус. Квест тактик завершен. Входить во вкус игры. Так, а тут не храмовые ли псы у нас начнут? Нет. Тут у нас начинают самураи и ниндзя. Ну, конечно же, ёк-макарёк. Нытик-то этот в истерике, как всегда. Так, луч. Уйо, на тебе. Харакири сделали ему в пузо прям. Да, ниндзя, кия, хоп, опять так колеснулся. На, еще разок. Нокаутировали. Шикарно. Так, квест. Где там у нас? Вот он, тактик. А, призови бойцов ниже 75 раз. Угу. Ну-ка, проверка. Проверка, друзья мои, на откат. Есть. Один отрядик, друзья мои, накопил энергию. Поэтому продолжаем. Так, что мы, мне тут... Хотелось бы, конечно, взять, наверное, в первую очередь Таракошу позвать. А я думаю, что я успею. Нет, ребят, не успею. Пес слишком быстрый. А вот теперь успеем. Медленный, конечно, ходок он, но ладно. И ниндзю я, кстати, тоже успею позвать. И фаерболт-то я успею бомбануть. Ух, замечательно. Это мой там в истерике, да, был? На, иди плачь в подушку. Плачь в подушку. Бам, все, ребят. Все великолепно. Куда ты побежал? Эй, родной, вернись. Шуганули тебя, конечно, быстро. Каменный, крепкий, ну трусливый, блин. Как не знаю кто. Так, давай-ка глянем. Там, по идее, должна еще откатиться тогда на энергия. Ну-ка. Нету, ребят, больше. Да, к сожалению, пока нету. Ну что, друзья, тогда на сегодня будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!